Речка Анапка, Гастагайка, пруды в Анапе, 27 внутренних водоемов. В осенне-зимний сезон безопасность на воде обеспечивают сотрудники ГИМС. Все усилия анапского участка ГИМС сосредоточены на контроле заводными объектами, то есть это контроль за ледовым покрытием водных объектов. Основная опасность – выйти и уйти под тонкий лед. В целях профилактики несчастных случаев инспекторы ГИМС проводят серьезную работу. Еженедельный замер толщины льда – это контроль за выставлением аншлагов, предупреждающих, что опасно выходить на лед, и профилактическая работа в учреждениях санаторно-курортного комплекса и в образовательных учреждениях города-курорта Анапа. Это школы и высшие учебные заведения. Результаты большой работы отражаются в статистике. За последний год в Анапе нет погибших в осенне-зимний период. Население вовремя, массово и доступно проинформировано о безопасном поведении у воды. Профилактическую работу в ГИМС проводят каждый год и несколько раз в год, уделяя особое внимание безопасности накануне морозов и похолоданий. Каждый год есть где-то в период такой 2-3 недели, когда у нас становится лед. В частности, в прошлом году это был февраль месяц, и в этом году мы опять же в феврале месяце ожидаем постановку льда. Как правило, видите, по всему миру идет потепление, поэтому как бы все сдвинулось на один месяц. Обычно январь всегда был предыдущие годы, а сейчас вот в феврале месяце такое похолодание ожидается. По прогнозам синоптиков, в Анапе еще будет холодно. Зима себя еще проявит. Проявят себя в работе и сотрудники анапского участка ГИМС. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.